Многие люди ораторское искусство воспринимают исключительно как выступление перед большой аудиторией, как выступление в суде, как что-то связанное с проговариванием монологов. При этом совершенно забывая, что на самом деле ораторское искусство – это диалог. И часто диалог даже не с людьми. Это диалог с деньгами, это диалог с Богом, это диалог с судьбой. А судьба – категория мистическая. Я хочу представить вам видеокурс, который называется «Коммуникативные техники человека». Это такой свод навыков, умений, знаний, техник, которые позволяют человеку решать любые жизненные задачи, любые, какие могут только возникнуть. Это знания, которые позволят вам добиться успеха в любви, в семье, воспитании детей. Welcome!